Без посторонних глаз в Донецке заседание суда по делу о нападении на работницу финансовой компании проходило в закрытом режиме. На очередном слушании просмотрели видеодопроса подсудимого и материалы с камер наблюдения, установленных на месте происшествия. Напомню, в марте клиент фирмы по выдаче суд ворвался в помещение организации и, угрожая женщине ножом, потребовал вернуть его деньги. В результате конфликта работница получила порезы лица, шеи и рук. Пострадавшая присутствовала на сегодняшнем заседании, от комментариев отказалась. Мы будем, конечно, пытаться выйти на минимальную меру наказания. Это меньше, чем предусмотрено этой статьей, потому что статья тяжелая, от 7 до 12 лет. Совокупность большая смягчающих. Калугин сотрудничал со следствием, он раскаивается, он в прошлый раз давал показания, он много раз извинился перед потерпевшей, он реально раскаивается. У него ребенок инвалид, у него неработающая жена.